Проводить приемы населения – обычная практика для чиновников. Такие встречи помогают глубже погрузиться в тематику вопроса, что дает больше результат при решении проблемы. Не реже, чем раз в месяц представители власти принимают у себя нуждающихся в помощи. А 12 декабря, в единый день приема населения, каждый житель нашей страны, даже без предварительной записи, может пообщаться с должностными лицами. На бланке письма не всегда можно полностью описать ситуацию, да, все-таки мы ограничены некими формулировками юридическими, а в формате живого общения человеку гораздо легче разъяснить более подробно, более четко те или иные моменты, которых интересуют. Но и нам, как должностным лицам администрации, тоже это полезно, чтобы это позволяет понять проблематику жителей, проблематику района. В Ленинском районе в этот день прием проводили заместители главы администрации муниципалитета. К Сергею Куканову, например, шли, чтобы получить ответы по земельным и имущественным вопросам. А Сергей Гаврилов принимал людей, которых волнуют темы благоустройства, дорог, транспорта и строительства. Тематика основная приемов – это вопросы, которые могут найти отражение в ближайшей перспективе. Есть, конечно, определенный момент, который касается реализации достаточно долгосрочных проектов, как, например, выезд из 6-го микрорайона, да? Вопрос очень серьезный, над которым мы работаем уже больше года. Уже находимся на финальной стадии, когда сможем в следующем году уже выйти на производство самих работ и до конца 2018 года эти работы закончить. А вот Лариса Гавшина пришла на прием к Сергею Гаврилову с просьбой проложить дорогу к земельному участку в деревне Сапронова. На данный момент начать осваивать свою частную территорию гражданка не может по причине отсутствия подъезда. Написала в Горке Ленинске, у меня ответа нет. Ну, в голове, там будет ли по генплану земля, дорога не будет. Но мы даже не можем ни забор поставить, ни... ничего пройти сделать. Туда. Пройти не можем. Есть право, как у правообладателя земельного участка, пробить, скажем так, дорогу к своему подъезду, хотя бы, своему участку, хотя бы небольшой, сейчас какой-то створ некий. Когда там все это построится, уже муниципалитет там подключится и будет там все это делать. Бывает и так, что вопрос, с которым гражданин пришел на прием, один чиновник решить не в силах, и за компетентным ответом приходится идти к другому должностному лицу. В этом случае помогает единый день приема, когда на протяжении всего рабочего дня принимают сразу все представители власти. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.